Пекин, 30 августа, Р-спорт сборная Кении победила в медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года, который в воскресенье завершился в Пекине. Сборная Кении завоевала 7 золотых медалей, как и команда Ямайки, но одержала победу в зачете благодаря большему количеству серебряных наград, 6 против 2. У обеих сборных также по 3 бронзы. Тройку лучших замкнули американцы 6-6-6. Сборная России взяла на мировом первенстве в Пекине 4 награды, 2 золота, по 1 серебру и бронзе, и заняла 9 место в медальном зачете. Золото команде принесли Сергей Шубенков в беге на 110 метров с барьерами, Мария Кучина в прыжках в высоту, где Анна Чичерова была третьей, и Денис Кудрявцев взял серебро в беге на 400 метров с барьерами.